Сюрприз! Это мне! Поздравляем с окончанием учебного года! У-ху! Это был непростой год, но ты большой молодец и хорошо закончил школу в этом году. Поэтому тебе подарок PlayStation Box! Вау, спасибо! Наконец-то конец учебного года! Ей! Этот учебный год был очень непростым не только для Тимы, но и для мамы с онлайн-школой. Жмите лайк, кто согласен, онлайн-школа это непросто, да? Не только для детей, но и для родителей. Поэтому в этом году у тебя такой эксклюзивный подарочек. Это прямо эксклюзивчик. Таких боксов больше нет. И это много всего интересного. Много. Есть именно такие... Ой, не буду забегать вперед. Все увидишь сам. Ну, наверное, начинаем, давай. Да? Давай. Ребята, пишите в комментариях, кто тоже уже закончил школу, кто уже на каникулах. И пишите, кто какие подарки получил. Что? Ну, давай, знаешь как? Давай не все сразу. Давай, я вот так приоткрываю, ты залазь рукой и доставай что-то одно. Вот, а то как-то сразу. Вот, я хочу вот эту вот коробочку. Давай. И первая коробочка. Да, Тима, не... Стоп, PlayStation карты? Игровые карты. О, подожди. Давай, сейчас покажем ребятам. О! Тима уже догадался, что это. PlayStation Playing Cards, да. Ты заметил? Заметил. Давайте ребятам покажем. Вот. Официальная лицензия. А, и вот еще вот тоже. Еще тоже есть, да. Это официальная лицензия PlayStation. Это от создателей PlayStation. От Sony. Для тех, кто не знает. Просто от Sony. Ну-ка, если нажать на эту кнопочку, то откроется. Не знаю. Я думаю, там более примитивное открывание. Ого, надо руки подкачать. PlayStation карты. Джокер. А ну распакуй, интересно, что ж там, потому что я не знаю, какие они. Это же очень интересно. Смотрите, это такой специальный подарочный чехол сделали в виде приставки, да? Это когда-то была такая приставка, да? Это самая первая еще. Самая первая. Да. Интересно, что они придумали, да? Угу. Джокера мы уже спалили. Да. Джойстик. Джокер. Очень интересно. Самой очень интересно. О, второй Джокер. О, смотри. Туз это X. Да. И два это X. А, тут это вместе. Как... Вау. А ну подожди, давай я вот так покажу. Давай вот так, смотри. Восьмерка, девятка, десятка. Дама, ага, вот как. Масти у нас нестандартные. Они PlayStation-овские. Крест, треугольник, квадрат. И сейчас еще будет круг. Круг. Вот как. Ничего. Интересно. Это будут мои любимые карты. Да, а с этой стороны вот такая рубашка, да, фирменная. Это не рубашка, это значок PlayStation. Ну, так называют рубашка. Это в обычных картах рубашка. И очень удобный бокс для хранения, он стальной. И что приятно, смотри, он в виде первой, как ты говорил, PlayStation, причем с двух сторон. Что так? Да? Что так? Тут прямо такие для обдувки, да? Да. Прорези, чтобы твоим картам не было жарко. Ну, мне кажется, круто. Слаживаем. И это только подарок. И тут большой такой, очень удобный. Не надо их запихивать в тоненькую. Подарок номер один. Это только номер один. Это только номер один. Это только начало. Так. Давай, откладываем. Отправляемся дальше. Давай, так, одно. Что-то одно. Так, вот одно. Что-то бумага. Что-то то ли бумажное, то ли... Не, ну не бумажное, оно явно тканевое. То ли... И... Та-та! Очень актуально в этом году. Мега актуально. Тиму в школу без этой штуки не пускают, как и других детей в этом году. Пишите, ребята, у вас тоже так же в этом году? Школа только с маской. Да, меня не пускают без маски, но я придумала тайный способ...
благодаря которому можно мимо пробежать. Какой? Ну там у нас колонны есть, можно там между колонн пробежать и пройти без маски. Ну разве что, если только спрятаться за колонной, проникнуть в школу. Там тяжело, там очень тяжело. Какое рвение к учебе! Ты заметил, что тут PC5? Да. Заметил PC5? Ребята, жмите лайк. Одобряете такую штуку? Одобряем. Полезная, нужная полезная вещь. Ну смотри, она у нас и чашка. Да. Вообще класс. Это удобно, можно регулировать, как тебе, да. Подарок номер 3. Ой, это... Давай, что ты там нащупал? Что ты там? О! Что это? Это очень интересная актуальная штучка. Это... Ой, что это такое? Это пальцемучилка! Это очень крутой попит! Это не попит! Давай я покажу! Это пальцемучилка! Давай я сейчас покажу ребятам! Это антистресс, и это круче, чем поп-ит! Смотри, здесь вот такой джойстик! Видишь, крутится! Здесь... Щелкают кнопочки. Кнопочки. Это пальцемучилка. Здесь вращается колесико. Тут крутится, тут кнопочки. И оно с пупырками, оно массажирует пальчики. Здесь кнопочка. Кнопочка щелкает. Тут здесь оно крутится. Крутится. А вот тут еще три щелка. А тут крутится и щелкает. Все, отобрал. Вот отобрал. Вот. Отобрал. А вот тут еще на пружинке. Да, и пружинка. Все. Очень прикольная штучка, кстати, действительно очень разминает пальцы и снимает стресс, потому что тут крутишь, тут жмешь, тут трещишь. Но мне кажется, это даже круче, чем поп-иты нынче мега популярная. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях под видео. Кто согласен, что это круче, жмите лайк. Это круче, я 20 лайков поставлю. И Тима считает. Но, Тим, давай подарок номер 4. Так, это все, а это уже вот сюда. Снимать стресс. Давай, четвертый подарок. Вот что-то огромное. Мне кажется, что это какая-то кофта сейчас будет. Да, я угадал. Обновочка. Обновочка. Крутая кофточка PlayStation. Ребята, если одобряете, жмите лайк. Давай тебя сразу переоденем. Хочешь переодеться? Давай. О, ну как, чуть-чуть великовато. Ничего. Ну, с учетом того, как быстро ты сейчас растешь, мне кажется, на лето тебе длинный рукавчик не понадобится, а к осени будет то, что надо. Да. Итак, подарок номер 5. О, так, эту огромную коробку оставим на потом. Сейчас, блин, вот оно, вот это плостенькое. Плоскенькая маленькая. Покажи ребятам. Хоть на одну секундочку. Вот. Показал. Раз. Секундочка прошла. Хоть на одну секундочку. Сейчас я распакую и покажу вовли. Да. Прикольный, правда? Мне тоже он очень понравился. Это прикольный брелочек. Да, тоже, он с официальной лицензией, это именно от Sony. Это тоже вот. Идет ко мне. Да, PS5. Кстати, тут написано, она рабая, резиновая. Да, она реально резиновая. Резиновая. Можно, да, если все. Вдруг в школе что, где-то карандашик подтереть. Нет, такой резинки ты карандашик не потерешь. Согласна. Плюс она слишком крутая, чтобы не потерять карандаш. Согласна. Номер 6. Так, огромная коробка, которая будет потом. Вот это хочу. Огромная коробка. Оно тяжелое чуть-чуть, но и легкое. Такое. Это что, какой-то фонарь, вот это, знаешь, странный, который называется. Нет, это не фонарь. Старый, странный. Покажи ребятам. Покажи. Смотрите. Это тоже из нержавеющей стали. Ты у нас. Великий водохлеб. Да, любишь с собой набрать побольше воды. Здесь пол-литра. Тебе хватит пол-литра? Увидимся. Но, Тим, и она из нержавеющей стали, она металлическая. Надеюсь, хотя бы эта бутылка будет служить у тебя немножко дольше. Но она полностью железная. Да, металлическая, из нержавеющей стали. Классно?
одобрят тоже. Так, подарок. Хотя знаешь что, дай карты и маски сюда. Все, верни. Подарок номер 6. Так, большая коробка. О, что-то. Мне кажется, это кепка. Ну, чайник. Я по ощупью чувствую, давай, что это уже, кепка. Раз это кепка. Раз уже нащупал, уже давай. Блин. Класс. Ой, большеват. А тут затянуть можно? Затянуть надо. Угу. Я видела такое только на английском сайте Sony. А, класс. Круто? Да. Ребята, нравится? Жмите лайк. Ну, мне кажется, круто, круто. И подходит под белые рукавчики. Все и класс. Можно будет летом носить, вообще класс. Да, не будет жарко, не будет горячо. Подарок номер 7. Коробка. Опять. Так, Тима уже залазит целиком в эту коробку. Так, тут еще есть 3 штучки, как минимум. Так, и... Стоп, и он... Он же под... Покажи, ребята. Это чехол под Тимон айфон! Эй! А ну давай пример, не знаю, вдруг не подойдет, а ну давай. Он еще. Должен подойти, я так смотрю, подойдет. А ну давай, 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 давай. Он должен. Давай, давай. Не, ну по-моему прикольно, да? Да, класс. А ну покажи ребятам, давай вот с этой стороны покажем. Нет, мне кажется, очень классный дизайн, очень да? Круто. Тоже PS5. Даже вот так вот, наверное, будет лучше, угу. Да? И очень классно так сливается с экранчиком. Ну как, нравится? Очень! Да, ну, уже классно. Да. И это еще не все. Подарок номер 8. Так, что-то у нас... Что там еще? Что там? Вот еще есть что-то еще вообще что-то? Тоненькое. Да капец, какое оно тоненькое. О, что-то капец еще тоненькое. Давай, подожди, давай покажем ребятам. Давай покажем ребятам. Ребята, что-то самое тоненькое. Подписка на 12 месяцев на PlayStation Plus. Да! Yeah! Тима, у тебя будут там, ну, все игры, которые... Опять каждый месяц по, ну, по 2 да, новые игры, да, как да. Минимум. Куча игр, каких ты только хочешь. Так, вот этот подальше. Там, там код внутри, поэтому его лучше не показывать ребятам. А то вдруг кто-то ведет раньше, чем ты. Ну давай, что там дальше? Какой подарок? Есть одна специальная штучка под названием замазывалка. И все, никто не ведет. Подарок номер 9. 9. Или я уже сбилась? 9. 9. Так, значит. Что там есть еще? Осталась большая коробка, если под ней ничего нет. Так что я вытягиваю коробку. Все, последняя. Блин, коробка. Да. Убирай эту крышку, потому что я не смотрю. Большая. Большая коробка. И тут набор. Официальная лицензия, ты уже заметил, да? Да, так, открываю. Иду. Так. Пенопласт, но она слишком тяжелая для того, чтобы это был только пенопласт. Тут не только пенопласт. О, это горшочек из пенопласта. Как, Настя, не надо ломать? Не надо ломать, все проще. Не надо крошить по всему дому. Как не надо? Надо. Опа! Смотри, какая геймерская чашка. Не, ну крутая, да? Ну, угу. Мне кажется, очень крутая, правда? И это не все. Там и еще. Это не все. Тут еще есть настоящая геймерская. О, Тима, это твой размерчик. Да. Твой размерчик можно и супа помыть только. Помыть только без пенопласта. Можно и борща сюда хорошенечко насыпать. И молока с хлопьями. Да, и хлопьев с молочком. И мороженое можно наложить. Я думаю, там грамм 400 войдет. Все, я пойду в магазин, куплю вот такое вот пачку мороженого. Все, как ты любишь. Все, как ты любишь, твой размерчик. Нравится все? Да. Ребята, а как вам? Нравятся подарки? Очень! Тиме очень понравилось. Очень! Я очень рада, что тебе понравилось. Ребята, пишите в комментариях под видео, какой, на ваш взгляд, подарок самый крутой и какой бы хотели вы себе подарок. Значит, набор посуды. Такая из нержавеющей стали бутылка. Кепка, чехол для Тимуного телефона, маска, карты, подписка, годовая подписка и антистресс. И брелочек, и кофточка. Ребята, пишите в комментариях под видео, что самое крутое, что вам понравилось больше всего. И, конечно, пишите, получили вы какой-то подарок в этом году за окончание школы. Или нет. Пишите. Пока-пока. Пока.